Влог может быть немножко неэстетичный, потому что я беженец. Мама, подай камеру. Спасибо. Я ухожу. Ладно. Доброе утро. Я не пошел в школу 1 сентября в Чехии. Я остался на дистанционке в Украине. Но в школу все равно ходить мне нужно. Мои родители настаивают на том, чтобы я продолжал ходить на чешский. Поэтому 2 раза в неделю по вечерам я хожу с ними на занятия. Кстати, сегодня мы тоже туда пойдем. В феврале мне будет 18 лет, и я не планировал оставаться в Чехии. Я хотел поездить по миру и поснимать для вас красивые влоги. Поэтому я не очень понимаю, зачем мне уроки чешского. Я все равно очень сильно рассчитываю, что война скоро закончится. Но если нет, то нужно будет думать, где мне жить, потому что цены на жилье в Европе достаточно большие. Давайте вам сейчас покажу, как проходит обычно мое утро. Каждый раз, когда начинается пара, мне переходит вот такая вот ссылка в чат. Мы переходим по ней, заходим в приложение, нажимаю кнопку «Войти». Вот я зашел на пару, одна пара длится 1:20. Хоть я учусь на профессию маркетинг, но по факту у меня только один предмет, связанный с этим. На всех остальных я чаще всего... Ну неважно. Почему? Всегда моя мечта была быть кем-то популярным, как Джонни Депп, Мистер Бист. Я хотел наслаждаться тем, что я делаю. А предмет маркетинг поможет и блогерам. На второй паре было только 2 человека. Я, еще один пацан и учитель. Я веду свой YouTube-канал уже 5 лет. Просто конкретно этот я начал относительно недавно. И даже доход с этого уже какой-то я получаю. В Украине есть несколько сервисов, типа Upwork, там, где люди просят помощи в плане YouTube. Так как опыт у меня большой, я предоставляю им какие-то услуги за мексиканское песо. Тот, кто подписан на мой инстаграм, знает, что я недавно купил себе iPad. Теперь вы знаете, за какие шиши. В моем инстаграме, в принципе, много чего интересного. Очень часто я делаю там даже какие-то анонсики. Снять влог Live alone at 18 in Barcelona, in Spain, in Italy. С учетом цен, конечно, квартира моя будет немножко маленькая, но все же такой влог будет. Занятие проходит у нас в словацкой школе, днем тут учатся обычные ученики. Когда я захожу в класс, у меня вечное ощущение, будто я попал на собрание родителей, потому что за партами сидят взрослые люди, некоторым уже больше 40 там. Как и в обычной школе, у нас есть домашка, ну и на уроках у нас есть, ну, тесты. Конечно, это смотрится немного странно, когда ты со взрослыми людьми в классе сидишь и изучаешь, сколько лет Еве. Довольно забавно. Конечно, не такая строгость, как в школе, то есть в любой момент ты можешь встать и уйти. Не забывай. Давайте подписываться на мой ТикТок и Инстаграм, все ссылки находятся в описании и в шапке профиля. В комментариях вы можете оставить мне несколько вопросов, на которые я отвечу в следующем видео. На этом наш маленький влог подходит к концу, не забывайте подписываться и всем пока-пока. Муа.